В поселке Орылах Мирнинского района загорелась кровля подсобной части коровника. Объект принадлежит совхозу новой компании «Алроса». Работникам удалось вывести 138 коров. Сейчас идут восстановительные работы по части электроснабжения. Отмечается, что здание 70-х годов постройки. Восстановительные работы планируются на лето. Где-то в районе 14:00 часов. 14:05 мы с бригадой работников, которые здесь работали, выгнали весь КРС, крупнорогатый скот, который здесь находился, молодняк. Выгнали на улицу, распределили по существующим телятникам здесь, на молочно-товарной ферме. 138 голов, пострадавших голов нет. Основное здание телятника сохранено. Пожар произошел в кровле, перекрытие кровли подсобного помещения размером где-то 5 на 6 из-за короткого замыкания устаревшей проводки.